Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам сделать небольшой обзор тортика суфлейного классического без ГМО. Изготовлен по оригинальной технологии 1978 года и ручная работа. К тортику я взяла еще чай Лисма, зеленый, 25 пакетиков. 41 рубль. Так, где тут написано? 25 пакетиков двойных. 41 рубль. Торт суфлейный 199 рублей 90 копеек. И чай Лисма 41. Сейчас я отрежу кусочек, покажу вам, как он выглядит внутри. Вот так на коробке он классический, очень вкусный. И состав можно посмотреть здесь. Сделан по ГОСТу. Сахарный песок, мука, молоко, яйца, масло сливочное, патока, агар-агар, шоколад, ваниль. Очень хороший состав. Масло подсолнечное, вода. Поэтому он стоит 199 рублей. Изготовлена упаковка. Упаковка тортика очень красивая, в русском стиле сделана, традиционно, вкусно и качественно. Такая выбита жар-птица красивая. Вот, СССР написано. Вкус СССР. Действительно, очень вкусный тортик. Лучше переплатить и потратить 199 рублей, чем покупать всякую гадость. И здесь там же ваниль и шоколад. Достала тортик из упаковки. Выглядит он вот так вот, прямоугольно, в бумажку завернут, больше ни во что. Вот, шоколад тает прямо на руках. Такой вот слой. Вот, сейчас попробую разрезать и показать вам, как он выглядит в разрезе. Вот так, значит, тортик выглядит в разрезе. Сверху идет суфле нежное, молочное. Дальше идет печенье. Дальше опять слой суфле. И дальше слой вновь теста из печенок. Такой мини-чизкейк получился. Вот, очень-очень вкусный. Подписывайтесь на мою страничку, ставьте лайк. Всем пока!